10 июня, четвертый день мы находимся здесь. Так как игрушечек пока собачьих нет, играем игрушками Марка. Вот это она очень хорошо играет, она ее прям носит. И еще у нас новости. Сегодня мы разрешили кошке зайти в эту комнату. Хочу понемногу их знакомить. Сейчас вам покажу, где кошка. Кошка у нас сидит в засаде. За углом. Вот она. Вот она, крыса. Знакомство выглядит так. Вот она сидит, кошка. Да сиди, сиди, наблюдай. И выглядывает, наблюдает за щенулей. А щенули не обращает на нее внимания. Вот своими игрушками играет. Игрушки такие интересные, да? Необычные. Хватит лизать мне камеру, а? Ну что? Вот. Поиграть надо. Так, подзаправиться немножко. Попить водички. Все. Ну, сейчас киска-то осмелилась бы, зашла, и вы бы играли вместе. Ну, от игрушки Марика хоть какое-то занятие. Ты лучше игрушки грызи вот эти вот. Что твоя трусливая подруга-то не подходит? Сажалась в уголок. Ну, Надя, ничего страшного, ну подойди. Так, сейчас мы ее подпихнем маленько. Ну подойди, маленечко, подойди. Аж скрипит линолеум, как я ее тащу. В огороде-то ты смелая. Сегодня знакомство с кошкой не состоялось. Кошка оказалась злая и агрессивная. Чуть ли не расцарапала щенулю нашего. Мы ее опять выгнали. Она долго сидела в засаде, а потом накинулась. Я думала, что она будет, ну, подойдет понемножку, понюхает или что. Но как только он к ней приблизился, она как накинулась. У нее все встало дыбом. Вот хотела рассказать еще про корм. Нам с собой дали вот эту пачку корма. И я-то хотела, думала, приеду, буду кашки варить. Но тут именно потом прочитала, что для собак очень крупных размеров, вот в первое время для формирования костного скелета нужен специализированный корм. И если, ну, короче, такой корм составить самим очень сложно, нужно все туда вводить. Короче, так же, как у растений. Растениям нужен азот, фосфор, калий. И нашим щеночкам нужно очень-очень много всяких веществ. И я почитала вчера информацию и поняла, что действительно легче кормить сначала. Ну и заводчик мне сказала, что хотя бы первое время щенков крупных пород нужно кормить кормом вот таким специализированным, чтобы они полностью все получили, чтобы не заморачиваться с приготовлением корма. А потом уже, когда он подрастет побольше, будет покрупнее, переведем его на простые кашки. Вот Рэм уже варит, муж каждый день. Покупает просто эти
Ну, мясные полуфабрикаты всякие там дешевые. И крупу, то овсянку, то еще что он туда дает ему. Я даже не помню. А, ячку еще. Ну, понравились вот эти игрушки ему мариковские. Играет. Нехорошая кусочка, злая, да? Злая кыса. Обидела. Обиделась она на кошку. Даже играть перестала. Мэри, то обиделась на Надюшу. Надюша территорию защищает. Не обижайся на нее. Скоро ты вырастешь больше ее и ее будешь гонять.